Привет всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу Павильон 2М. Все разложили. 2х3 будет теплица. Небольшая, но вместительная. Все, начинаем. Продолжаем монтаж Павильон 2М. Собрали брус полностью. Каркас скрутили весь, накинули стены, обшили торцы. Осталось двери, форточки и крыша. И все прокрутить. Продолжаем. Закончили монтаж теплицы Павильон. 2 метра в ширину, в длину 3 метра. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы. 20 на 20, 20 на 40 и 40 на 40 арки, несущие полимерно-порошковым способом окрас, коричневый цвет, козыречки с торцов, резинка, отлив, поликарбонат 4 мм 0,8 плотности, все соты защищены перфолентой торцовым профилем, тут уголочки обрамления. Конек. Из этого торца цельная дверь. Дальний торец, форточка. В теплице установлены две нитки системы подвязки, укосины для большей жесткости конструкции, колышки в землю. Фундамент, основание брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Замочек, крючочки везде. Красивая, вместительная, вроде бы маленькая, 2 метра всего в ширину, но вместительная, благодаря стенам, 1800 высота стен. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте комментарии, всем пока.